Итак, дорогие друзья, сейчас мы проводим эксперимент, в котором участвуют Надежда Волкова и Анна Волкова. Они сейчас попробуют первый раз в своей жизни кушать с одной тарелки. Ну, не первый раз с одной тарелки, а они будут кормить друг друга одними палочками. То есть Аня будет кормить Надю, а Надя будет кормить Аню. И посмотрим, как это у них получится. Все. Теперь берем О. Сейчас мы будем смотреть, кто кому будет мяско давать, а кто кого одними макаронами кормить. Так, для ускорения эксперимента сменяем немножко сущность его. Сейчас мы вместо палочек дадим ложечки. И посмотрим, как это изменит ход событий. Привычки, они, конечно, очень серьезно влияют на ход событий. И Анечка первой забыла. Другой раз уже суть игры. Анна уже заигралась очень сильно, то есть ее процесс вдохновил. Остатки на тарелке очень сильно влияют на ее моторику, психомоторику. Итак, к концу подходит наш первый раунд. И сейчас мы посмотрим, как это все будет происходить. Так, Итак, девочки, значит, вы хорошо прошли этот конкурс. И теперь вопрос такой, скажите, и как вам понравилось? Да. Вы... Вкусно. Вкусно, да? Ну, понятно, что вкусно. А как, у Нади спросим первое, как тебе понравилось, как тебя кормила Аня?
У тебя есть какие-то претензии или какие-то там, что бы ты хотела изменить? Просто я всегда давала макароны. Макароны меньше давала. А ты, у тебя есть какие-то, Надя, как она тебя кормила? Хорошо или плохо? Посмотри на Надю. Ну все, золотые, все, спасибо вам, зрители, посмотрите своих, поприветствуйте их. Вот, они будут оценять, как вы заботитесь друг о друге, друг друга желудка. А мы все это замутили только для того, чтобы показать, ну, проблемы бывают, да, люди так иногда ведут себя, особенно маленькие, как животные. Они, то есть, смотрят, у кого что на тарелочке, как бы это самое, боятся, чтобы кто-то кусочек у друг друга не взял. В общем, бывают такие случаи, там вот клубничка, да, последняя клубничка, кто ее съест. И мы сделали такой эксперимент. Мы, видимо, еще раз, не раз будем проводить такие интересные штучки, вот. Ну, это как бы не опыты научные, как ученые над обезьянами издеваются. У нас вполне практичное занятие по психологическому развитию вот таких наших малышей. Вот. Всего хорошего. Пока-пока. Ты заходи, если что.